Выставка мастеров живописи. Последователи учения духовного развития китайской школы Фалунь Дафа открылась в Одессе. Идея проекта заключена в оригинальном названии «Искусство истины, доброты, терпения». Живопись учеников школы Фалунь Дафа – оппозиционное искусство. Художники не рушат установившиеся законы культуры. В основном работы реалистичны. Духовные устои стали противоречить политическому курсу Коммунистической партии Китая. Вместо партийной идеологии – традиционные человеческие ценности, философия единения с космическим первоначалом. Школу Фалунь Дафа основал в 1992 году учитель Ли Хунджи. Основанная на всеобщей любви ко всему мирозданию, в качестве физической базы она использует гимнастику цигун. Живопись – одна из сторон проявления личности в целостной системе гармоничного развития. С 1999 года она объявлена в Китае вне закона. После того, как начались эти репрессии в 1999 году, многих последователей Фалунь Дафа, больше 100 тысяч, отправили в трудовые лагеря, в тюрьмы, где они до сих пор подвергаются пыткам, издевательствам. Преследование инакомыслящих не ограничилось тюремными заключениями. Есть информация и о более ужасных вещах. Как утверждают последователи школы, с началом репрессий совпало резкое увеличение объемов торговли человеческими органами. Дэвид Килгур и Дэвид Мейтес – это бывший госсекретарь Канады и известный адвокат прав человека. Они провели независимое расследование. И они пришли к выводу в своем расследовании, что Китайская коммунистическая партия санкционировала незаконное насильственное изъятие органов у живых практикующих фалуньгу. Рожденное в Поднебесной оппозиционное творчество вынуждено скитаться по миру вместе с последователями школы Фалунь Дафа. Сейчас это учение культивируется среди народов более 80 стран мира. На Одесской выставке представлены работы 7 художников из Соединенных Штатов, Канады, Японии и Тайваня. Идеология Фалунь Дафа – это протест гармонии против варварства. Протест ненасильственный, жертвенный, когда сам факт страдания становится приговором безнаказанности тоталитарной системы. Исполнение его состоится не здесь, в том мире, где остается одна голая правда и судят по делам. Все они в основном эмигранты, вот, и они представляют историю современного Китая. Что этих художников объединяет в такое содружество? Это 18 художников. То, что они в какой-то момент в своей жизни познакомились с древней системой совершенствования человека, системой Фалунь Дафа или Фалунь Гун. Высший принцип этой системы – истина, доброта и терпение. Выставка работает в арт-центре на Пушкинской, 32, до 21 октября. Вход свободный. Как свободна душа художника, переступившего через свой страх перед материальным миром. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».